Всем привет! 22 февраля, много праздников и знаменательных событий. Поехали! Международный день поддержки жертв преступлений, а также день рождения Джорджа Вашингтона и Виджая Экадаши, а также в этот день обретения мощей святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Еще священномученик Панкратий, епископ Тавроминийский, а также День кошки в Японии и карнавал в Мексике, а также фестиваль солнца в Абу-Симбеле в Египте. 22 января в народном календаре День Панкратия, и именины отмечают Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр и Тихон. В этот день есть еще знаменательные события. В 1632 году Галилео Галилей преподнес герцогу Тосканскому посвященную ему книгу. В 1714 году учрежден Санкт-Петербургский ботанический сад. В 1878 году впервые была исполнена четвертая симфония Петра Ильича Чайковского. В 1921 году в Советской России был создан Госплан СССР. И в 1968 году открыта первая советская полярная станция Беллинсгаузен. И родились в этот день. В 1732 году Джордж Вашингтон, первый президент США, американский государственный военный деятель. В 1788 году Артур Шопенгауэр, немецкий философ. В 1800 году Анна Керн, русская дворянка, мемуаристка. В 1810 году Фредерик Шопен, польский композитор и пианист, один из величайших музыкальных гениев. В 1821 году Алексей Жемчужников, русский писатель и поэт-сатирик. В 1850 году Федор Васильев, русский живописец-пейзажист. В 1857 году Генрих Герц, немецкий физик, один из основателей электродинамики. В 1897 Леонид Говоров, советский военачальник, маршал, герой Советского Союза. В 1921 году Джульетта Мазина, итальянская актриса. В 1943 году Эдуард Лимонов, русский писатель, публицист, политический деятель. И в 1975 году Дрю Берримор, американская актриса, продюсер и кинорежиссер. На сегодня все. Всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.